Всем привет, всем здрасте. Вашему вниманию представляется вот такая вот замечательная пекарня, так сказать, эпоха советская эпоха. Вот, эпоха советского времени. Вот. Здесь пекли хлеб, ездили сюда с Барнаула, покупали, очередь стояла, вот, чтобы вы понимали, вот здесь вот входная дверь была, ну вот ее заделывают, и очередь вот здесь вот, хоп, и пошла до самого озера. Вот здесь озеро, здесь вот, ну, короче, дорога на Барнаул, дамба, и такие дела. Вот такая вот прекрасная пекарня была у нас. Вот здесь вот был такой подиум. Здесь у нас вагонетки. Или кто они там, я не знаю, куда хлеб складывают, лотки. Выкатывали, загружали. Сюда подъезжала хлебовозка. Вот здесь такой был помост, подъезд. Вот, ну, как бы тут горка. Вот сейчас все тут раскопали. Вот такая вот высота была. Вот сюда вот заезжала машина. Загружали хлеб. И уезжала. Бывает, придешь ночью, купишь хлеба, пошлют за хлебом. Без проблем. Просто хоп, продадут хлебушка тебе вкусненького, горячего. А если придешь днем с пакетом, да хоть ночью с пакетом, горячий хлеб запихаешь в пакет. Идешь, смотришь, у тебя хлеба нету в пакете. Проплавился пакет, выпал хлеб. Вот такая красота была у нас, вот такая лепота была. Вот это вот, где кирпичная стена уже, вот она пошла, это уже пристройка. Это уже, когда после 90-х годов перешла она в частные руки. Вот. И вот забираюсь, тут все перекопали. Перешла в частные руки данная пекарня. И, ну, она продолжала функционировать, но как бы уже, наверное, в другом формате, в коммерческом. Вот. Но я помню именно это время. Хлеб я покупал. Хлеб был все равно вкусный. Вот. Пекли у нас на углях, потому что топилась она углем, дровами. Вот. Это придавало особого шарма, вкуса. Вот. У нас очень дует здесь. Вот такие дела. Но сейчас данная пекарня опять переходит в другие частные руки, видимо, и говорят, ну, слухов, сарафанное радио, или как, не знаю, как правильно сказать, здесь будет Пятерочка магазин. Ну, не удивлен, здесь Амариара, здесь Пятерочка. Они любят строить все в одном месте, потому что люди пошли сюда, значит, зайдут сюда, потом сюда. Лучше бы сделали магазин ярче. Почему-то мне он больше импонирует. Вот такая красота, такая лепота. Я неоднократно слышал рассказы от людей, которые далеко не с нашей деревни. Они говорят, откуда ты? С Комсомольска. Ой, это там хлеб. Ох, помню, мы ездили туда с бабкой. Ну, дед рассказывает просто, как они ездили сюда, как заходили вот в этот магазин, сколько сюда зашло людей в свое время. Это мои прабабушки, прабабушка, прадедушка здесь были. Это представляете, сколько поколений здесь. Вот. А теперь я буду ходить в Пятерочку. Пятерочка выручает. Но на самом деле, если бы была пекарня, было бы намного класснее. Все заняли коммерсанты, торгаши. А здесь действительно поистине вкусный хлеб был. Вот. И вообще у нас раньше одно время было две пекарни, одно время было два колбасных цеха. Была молоканка, свое молоко в пакетах выпускали. Но все куда-то ушло. Вот. У нас было даже две больницы, стационар, сейчас амбулатория. И там приезжает врач там раз в неделю какой-нибудь, чтобы попасть к нему. Короче, вот так вот. Но дай бог, все наладится. Вот. Всем хорошего настроения, добра. Кушайте вкусный хлеб или пишите в комментариях, кто знает, где продается вкусный хлеб. Может, какие-нибудь маленькие частные пекарни. Я с удовольствием бы ездил туда и покупал, как в свое время ездили сюда к нам и покупали этот замечательный хлеб. Вот. Еще раз всем добра.